Ванечка. Ванечка. Бля, прикиньте, просто чел полтора часа затирает про то, какая власть отвратительная, как все хуево, какой я герой, я против них, я их ненавижу. А потом задают вопрос, оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? И... Сложный вопрос. Блин, концерты, блядь, концерты же запретят. Воздух, мне воздух, мне воздух жалко. Давай, слушай, если уж ты решил занять позицию «Я против», «Я, блядь, за мир», «Я пацифист», так скажи это. Скажи что-нибудь про Путина, давай. Ну скажи что-нибудь про Путина. Нет, нет. Вот так, схлопнулось. Щеночек, блядь, ужасно, противно, отвратительно. Фу, блядь. Сверху посты были проплачены Кремлем, если что, если что. Маленькую поправочку внесу. Занять позицию не пацифиста, да, потому что, ну, пацифист это одно, а занять позицию антироссийского, да, если ты против, против России. Давай. Ну, давай, ну, скажи что-нибудь. Давай, блядь. Ой, деньги на карту пришли.